Одним из важнейших типов высокочастотных ферритовых модулей являются дроп-ин винди-циркуляторы, например, такие как ФПВН производства ОАО «Фаза». Подложка такого вентиля – микроволновой феррит или керамика толщиной от 0,2 мм с полированной или шлифованной поверхностью. Выводы образованы многослойным напылением различными материалами с проводящим золотым покрытием. Вход и выход вентиля – микрополосковая линия с волновым сопротивлением 50 Ом. Рабочий диапазон от минимального 2,3-2,6 ГГц до максимального 7,4-8,2 ГГц. Импульсная мощность входного сигнала до 3000 Вт с максимальной скважинностью 6. Стандартный интервал рабочих температур вентиля – минус 40, плюс 70 градусов Цельсия. Стандартным направлением передачи для вентилей ФПВН является направление по часовой стрелке. Но для специальных случаев выпускаются вентили ФПЦН, имеющие направление передачи сигнала против часовой стрелки. Дроп-ин вентили циркулятора ФПВН являются оптимальным вариантом для применения в мощной передающей аппаратуре диапазона СВЧ, а для работы в малогабаритной приемной аппаратуре они могут быть заменены компактными приборами на краевой волне.